Предприниматели из Калмыкии – лауреаты конкурса «100 лучших товаров России». Накануне состоялась торжественная церемония награждения участников. В этом году дипломы и почетные знаки «Отличник качества» получили два предпринимателя из Калмыкии. Оба конкурсанта прошли отбор в номинации «Продовольственные товары». Хорошего качества продукция представлена. Выдвигались критерии по показателям безопасности, в первую очередь, чтобы продукция проходила, по показателям качества. Вот у предприятия есть все соответствующие документы, продукция прошла испытания. Вот органолептические показатели у продукции тоже очень хорошие. Победители конкурса закрепили за собой право маркировать свою продукцию знаком 100 лучших товаров России. Данный конкурс был нацелен на повышение престижа предпринимательской деятельности и статуса бизнесмена. Также он является своеобразной площадкой для обмена опытом и популяризации местной продукции. С Центром поддержки предпринимательства мы уже сотрудничаем практически в третий год. Второй, это был 2000 год, у нас очень плодотворный. Мы поучаствовали во многих программах. Как взяли в аренду оборудование, улучшили свое предприятие. Также взяли деньги на оборотные средства, которые нам позволили увеличить как качество, так и количество нашей продукции. Вот. И как следствие такого года, 2021 год он уже давал нам вот такие вот результаты. С начала года мы уже, сейчас, если я вспомню, нескольких конкурсов уже выиграли на региональном уровне. Сейчас конец этого года ознаменовался тем, что мы выиграли, вошли в сотню, золотую сотню товаров России. Это очень большая такая почетная награда, которая дает право на этот значок, который будет на нашей упаковке говорить о том, что да, это качественная продукция, была оценена большим судейством. В этом плане это очень-очень хороший год прошел для нас. Впереди большие планы.